Здравствуйте, дорогие зрители канала. Сегодня хочу вам приготовить кубанский борщ с рыбой толстолобик. Очень вкусный и готовится очень просто. Готовится так же, как и вы варите борщ. Нам понадобится картошка, лук, чесночок, перчик болгарский, зелень. И морковочка, лавровый листик, капуста, рыбка, толстолобик. Вот так она мне порезана на такие кусочки. Мука для обжарки рыбы. У меня уже бульон варится, почти что готов. Ну, борщ будет на мясном бульоне. Опускаю картофель в бульон. И пусть картофель варится до готовности. Я накрою крышкой. И пусть варится. А в это время, пока варится картофель, я обжарю рыбу. Наливаем масло в сковородку. Сковороду нагреваем капусту, режем меленько, чтобы было приятно кушать потом, и красивый был борщ. Лучок тоже, и морковочку. А, забыла сказать, что еще у меня здесь один помидорчик. Ну, это не обязательно, но у меня просто был один в холодильнике. Я его решила порезать в борщ. Просто он уже ни туда, ни сюда у меня. А вы режьте, как вам нравится, как вы готовите.
Сковородка нагрелась. Панирую в муке рыбку. Значит, здесь у меня в муке соль, перчик. Ну, как обыкновенно, как вы жарите. И складываем на сковородочку. Рыбу жарим до золотистого цвета. Также можно, не обязательно толстолобик, это у меня сегодня толстолобик. Но как бы у нас на Кубани в основном из речной рыбы все готовят. Но можно любую рыбку, какую вы любите. Можно судаду, можно морскую. Вот. Даже тот же минтай будет очень вкусно. Картошка наша закипает. Варите минут 20-25 до готовности. Рыбку переворачиваем.
подождем, когда она жарится. Теперь стараемся. Рыбка наша готова. Укладываем на тарелочку. На сковородку добавила ложку смальца. Буду делать пережарку. Сейчас сковородка нагреется, и буду делать пережарку. Бульон посолю. По вкусу все делаю. Как вы любите, так и делайте.
чуточку опускаю лучок с чесночком. Немножко смальца добавляю в борщ на зажарку. Ну, если у вас нет смальца, можно растительное масло. Лучок почему обжариваю? Мне так больше нравится. Запах такой насыщенный получается. Добавляю морковочку с помидорчиком. Все пережариваем. Thank you.
добавляем томатную пасту. Я люблю, чтобы томатной пасты было много, чтобы борщ был кисленький. И красненький. Вы можете добавлять, как вам нравится, по вашему вкусу. И обжариваем дальше. Из борща достаем мясо. Достаем немножко картошечки. Разомнем, чтобы борщ был насыщенный, вкусный. Опускаем капусту.
зажарочка готова. Отправляем зажарку. Ждем, пока закипит. Такой вот кубанский вкусный борщ с толстолобиком у нас получился. Готовьте и хорошего вам, доброго времени и приятного аппетита!